Всем привет! Мы продолжаем проходить Hogwarts Legacy, это 11-я часть. Да, мы вообще в самом начале, это всего лишь 11-я часть. В принципе, обыденное дело, походу, для этой игры. Ладно, погнали. В принципе, я уже все позакрывал, что только возможно, поэтому не должно лагать. Если будет лагать, то я не знаю, что с этим делать. Да, мы здесь остановились, я отлично помню. Ой, я забыл кое-что сделать, кстати, потому что... На самом деле, вот эта штука, она дает не совсем тот эффект, который я хотел. Она убавляется. Ни хрена себе, она сильно убавляется. Вот троечка. Вот так, знаете, нормально. Ну, я бы не сказал, что сейчас хорошо все. Или нормально? Не, нормально, она просто адаптировалась. Сейчас побегаю немножко. Хоп-хоп-хоп. Окей, все норм. Мы там какое-то заклинание. Я ждал тебя целую вечность. Похоже, твой список поручений куда длиннее, чем ожидалось. Если захочешь встретиться еще раз, дай мне знать. Искренне твой Т. И А. Это он пишет какой-то А. А и Т. Кто это может быть? Не знаю. Я здесь хотел кадр сделать, кстати. Но, видимо, не судьба пока что. Или судьба все-таки. Вот вход-то. Ну, в принципе, да, могу сделать. Так, мне нужно... Колесико. Молодец. Люмос. Надеюсь, активируется. GeForce запущен. Там что-то летает. Он что-то не особо хочет. Alt F2 же было. Странно. Не хочет запускаться. Ой. Не алло, секундочку. Это просто ненормально. А сейчас? Alt F2? Нет, не хочет, ну ладно. Возможно, что-то лишнее закрыл. В принципе, это реально. Он сейчас во время файта какого-нибудь. Я до сих пор проверяю. Alt F3 может быть? Нет, Alt F2 должно быть. Блять. Боже, правы, не взяли потише, мы тут вообще-то спим. А чё горит? Откуда цвет? Откуда-то оттуда. А, вот это что ли? Не знаю, короче. Оу. Так, это 4. Пири-пи-пири. По-любому какой-нибудь файт будет, да? По-любому сейчас файт будет. А это вытянуть надо. Ну ты вовремя. Он запускался все это время, серьезно? А можно как-нибудь это закончить? А что это такое? Это куда? Это залезть можно? А, да, ни хрена себе. Что-то крутое, кстати. Деревенское облачение. Но я бы не сказал, что это крутое, но по цвету крутое. Может, оно красивое, дико. Потом посмотрим. Это же депульса? Или как там оно? Да нет, никакой не то. И как он прикольно исчезает. Осторожней, хватай! Не-не, тьфу! Бестолковая куча железа.
Это кто, картина говорила? Сколько же этих предметов? По-хорошему отсюда можно все это вынести и продать. Так, и что мы сделаем? Просто пострелили? Я думал, какую-то скульптуру сделаем. Но это что-то без творчества как-то вообще. Откуда вода? Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Ну, я думаю, это аргументировано все-таки. Она это решила, нет? Не можешь просто так. Так, а то он запускает сейчас. Я Alt F2 нажал. Ну, блин, серьезно? Может, надо паузу сначала нажать, потом опять открыть? Каких внутри игровых роликов? Во. Долбанешься. Что ты сделаешь? О, заработала. Все нормально, все работает. Зачем перезапускать что-то? О, идеально. Давайте еще HD этот игровой движок порубим. Вот так. Иди ты нафиг, все нормально. Все работает. Перезапустите игру. 12 сделаю, чтобы заменить. Вообще, по-хорошему, несколько кадров надо сделать. У меня там нечего менять уже. Как здесь может пройти хоть кто-то крупнее домового эльфа? А как вставать? Я не помню. Блин, эффект прикольный. Когда я один буду играть, я, скорее всего, сделаю этот кадр. Что это было? Снич. Неужели это было золотой снич? Советую собраться с мыслями и выяснить. Метлы. Так, и погоди-ка, тут что-то есть. Иди сюда. Куда тебя можно запихать? Ты же для чего-то нужен. Опа, это что такое? О, это же этот шкаф, помните, Богарт был в нем в фильме. В фильме в нем Богарт был. Так, сундучок? Нет, не сундучок. А что-то вот здесь. Это загадка какая-то, которую я не могу решить. Ты сделал? Не так. Может, как-то перелезть можно? С помощью того ящика. Или я там проход открыл сейчас?
Кстати, очень может быть. Ладно, пошли посмотрим. И чё это? Надеюсь, домашний эльф сможет нас отыскать. Я пропустил там что-то. Не грязни тут. Эльфик. Yikes, эй, осторожнее. Huh? А, вот и вы. Минутку, Дейк сейчас к вам спустится. Здравствуйте. А, Дейк, мы тебя искали. Дейк просит прощения, профессор Уизли. Он смотрел, что нового появилось в комнате с прошлого раза. Так это и есть та самая ученица? Именно. Да, для Дейка это честь познакомиться с вами. Я подружился с Дейком еще на втором курсе. Мы вместе нашли эту комнату. Я рассказал ему о вас. Мы считаем, что эта комната поможет вам в учебе, как помогла в свое время мне. Дейк, будь добр. Конечно, профессор Уизли. В ручей комнате всегда найдут то, что нужно ищущему. Ее местонахождение скрыто, поэтому ее нет ни на одной карте. Обычно ее находят случайно, и удается это немногим. Дейк видел, как ученики, которым был нужен пустой флакон для зелий, не ходили в комнате. Вы, кажется, бывали в ней, когда она была комнатой спрятанных вещей. Да, мне нужно было место для без посторонних глаз. Ничего себе. Это все объясняет. Мне нужно место, где я смогу верстать учебу, где моя... меня не будут отвлекать. Что ж, тогда именно этим комната вас и обеспечит. А теперь сосредоточьтесь на том, что вам необходимо. Просто закройте глаза. Представьте себе комнату такой, какой вы хотите ее видеть. Остальное она сделает за вас. Это безопасно? Кстати, это немного непонятно. Другие же люди могут что-то другого хотеть. Как она может преобразоваться, когда в ней находится куча людей? Разве это не нарушает правила? Вижу, вы уже обеспечили себе просторное творчество. Мне очень любопытно, как вы распорядитесь этим местом. О, похоже, в комнате появился стол определения «Превосходно». Он позволяет определить свойства незнакомых предметов, одежды. Согласитесь, полезно знать, на что способна вещь, которую вы надеваете. Вы разблокировали стол определения и используете его, чтобы обнаружить любые скрытые магические свойства неизвестного снаряжения, которое вам удалось найти. А, это я знаю такое. Именно находилось что-то. Костюм для Нагорья из изумрудного цвета. Вы найдете много предметов одежды, свойства которых нужно будет определить. Так что ствол вам очень пригодится. Ага. Давай посмотрим, что там выпало. Не лагай. Так, наряд. Блин, серьезно, 15 уровня, деревенское облачение. А что он не одевается? Не надевается, точнее. Или мне надо снять плащ для этого? Ты серьезно? Зачем мне такое носить?
А, изменить внешний вид, наверное. Ну это еще куда не шло, на самом деле. Но вот это лучше, лучше всего. Какая ж херота. Ладно, вот это оставим. Как было. Бля. Ну это прям волшебница волшебницей. Может это оставить? Был бы еще он цвета другого, а то он что-то не особо подходит. В принципе, нормуль. Хотя они, блин, как тканевые какие-то, вот эти как кожаные, а то как тканевые. Да. Так, я шарф находил какой-нибудь? Да вроде нет. Ну ладно. Так, что у нас здесь? Письма, блин. А, у меня же уровень выпал. Точно, блин, точно. Требуется уровень 16. Так, ну мы можем тогда вот это злобную магию свою прокачать еще. Лепендо. Ну ладно. Хрена себе. Давайте я не буду прокачивать, наверное. А стоп, что это такое? Ну это не буду делать, опять же. Опять ничего не буду делать, короче. Все. Это, наверное, здесь можно прокачивать комнату, да? Вот сюда что-то можно поставить. Кажется, стол определения весьма полезный предмет. Отлично. Надеюсь, вы будете им пользоваться. А сейчас я преподам вам короткий урок колдовства. В комнате может не быть всего, что вам требуется. Колдовство? Да, искусство создавать предметы с помощью чар. Я вас обучу. О, это как вообще? Это же нарушает закон физики. Very good. When conjuring more complex objects, более сложный предмет, вам понадобится магический рецепт. Магические рецепты совсем как обычные рецепты. Они содержат список ингредиентов, ресурсов для создания того или иного предмета. А вот все нормально. Вы приобретали в пленах и свитках магический рецепт, с помощью которых можно создавать стол для зельеварения. Они у меня есть. Где мне достать нужные ресурсы? Ресурсы, например, лунный камень, можно отыскать по всему Нагорью. Но куда безопаснее, проще их купить. They can also be collected by vanishing. А еще их можно получить, заставляя исчезать предмет в ручей комнате. Избавившись от тулип, вы наверняка получили достаточно ресурсов. Понятно. А можно получить потраченный на предмет ресурс или заставить его исчезнуть? Да, можно, вы весьма понятливы. Почему бы не попробовать? Создайте стенд для зельеварения и стол для горшков. За такими же талантами вы работаете на уроках, занимаетесь волшебными растениями и изготавливаете зелья. А другим что, такая комната не нужна, что ли? Чё за фигня?
Ну, вообще, на самом деле, как-то странновато. Вот эти они не особо подходят друг к дружке. Ебать, ни хрена себе. В готическом стиле с одной горелкой. А можно как тебя смотреть-то это? Ни хрена же не видно. В эклектическом это какой? Там же ни хрена не видно, как я должен осмотреть его? В наукообразном стиле с одной горелкой. В ботаническом, но в ботаническом точно не будут. Готический это типа острия такие, да, повсюду. Давай в научном стиле. Я не знаю, что это такое. Допустим, ладно. Воу. А как крутить? А! Я могу менять все-таки. Окей, ладно. Это уже лучше. О, вот так. Да тихо ты. Так, теперь выбор. У. Мне вот это нравится, кстати. Да, я, наверное, такой возьму. Отлично. Готический стиль рулит, походу. Изменить цвет. О, ни хрена себе. Под черепа так. Но мы как севра не учимся. Блин, не идет как-то. А чё? Ладно, вот этот. Колдовать. В смысле, еще один, что ли? Не надо. Как это уйти? Окей, наколдуйте стол для горшков. Это будет тоже здесь, наверное. Это же той стороной стоит. Кстати, это неплохо смотрится тоже. Ну, наверное, это поставлю. Отлично. Используйте их для приготовления зелий и выращивания растений. Разумеется, при условии, что вы собрали нужные семена или ингредиенты для зелий в Хогсмиде или где-то за пределами замка. Так, что здесь еще есть? Ящик с цветами. Предметы на стены. Стол определения. Еще один, что ли? Мебель. Резной стеллаж для книг. Угу. Как он выглядит-то? А, ну это я тут экзекуцию буду проводить где-нибудь. Ну-ка, погоди. Вот здесь идеально было.
Чё нельзя-то? Нормально же все. Я вот сюда хотел поставить, чтобы типа я тут речь толкал, вот так вот стоял, так вот смотрю. Мы будем защищать Хогвартс, например. Буду стоять там, где должен был стоять Дамблдор, как Снэк. Нахрена мне это нужно? Уйди. Так, что это такое? Столы. Угу. Нифига мне столов тут. Огромный декоративный стол. Ни хрена себе. Обалдеть. Чего еще больше можно сделать, что ли? Серьезно? А нахрена он такой нужен? Больше не делается. Так, вращать как там? Ну, в центр поставлю, типа, красиво. Только хочу найти этот... с академическим что-то. Большой эклектический. Ну, вот это лучше всего будет, наверное. Но я пока сейчас не буду делать. Ковер нужен, точно. Обязательно ковер, но у меня сейчас нету, ладно. Дик сможет ответить на все ваши вопросы. Не пренебрегайте его знаниями. А что за Дейк вообще? Что это такое? А вы можете сказать мне побольше о Дейке? Он в Хогвартсе куда дольше меня и, похоже, изучил каждый закоулок замка. Мы вместе нашли эту комнату, когда я была ученицей. У Дейка большой опыт, он многому научился и в Хогвартсе, и на предыдущем месте работе. Он сам расскажет вам больше, если захочет. А я только помню, прислушиваясь к его совету. Ага. Вот это вот трансфигурация. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and заклинание создания и исчезновение строго запрещены везде, кроме этой комнаты. На дамах заложены особые чары, подкрепляющие это. Иначе мы ему то и дело исправляли последствия чьих-либо шалостей или ошибок. Но в ворочей комнате есть свои правила. Это, короче, чтобы мы столами не херачили никого. Если мне это что-то будет нужно, я обращусь к Дейку, спасибо. Ну, удачи. Я побуду здесь немного. Вдруг вы захотите выучить еще какое-нибудь трансфигурирующее заклинание для применения в комнате? Дей? А можно? Какое заклинание? Вас следует найти лунные камни. У меня есть. Вы сможете получить их, заставив Возвращайтесь ко мне, когда у вас будет достаточно, и мы начнем урок. Так у меня же их до хрена. Профессор, у меня лунный камень, который вы велели найти. Хорошо, теперь можно начинать урок. Вы можете создавать чары не только столы для зелеварения и травологии. Колдовство можно использовать, чтобы украсть это место по вашему усмотрению. Почему вам не потренироваться на стенах и полу? Ни хрена себе задание. Ковер, конечно, ковер. А размер можно? Вот это другое дело. Только надо другой его вообще, в принципе. Вот это мне нравится. Эй! Что не так-то? Ты что меня бесишь? Ну и ладно. Так, окей, это мы сделали. Ковер сделали. Так, что там еще? Украшения. А это у меня есть уже, вон стоит.
Как это выглядит? Что это такое маленькое? Вот другое дело. Хотя что-то слишком большая тогда. Не, ну формально мне нужен здесь свет, чтобы работать, да? Поэтому тут нужно поставить. Так, ну херня какая-то. Ладно. А, столы. У меня стол новый какой-то. Как ты выглядишь? Ой, это. Защита от темных искусств или, возможно, даже самих темных искусств. Ну, это херня какая-то. Вот такой маленький должен быть. Ну, здесь можно поставить, в принципе. Эй, ставься. Почему? Да ну тебя. В уголочек поставлю, отлично. Так, что там у нас? 4 из 5, да? Окей. Ну, давай мебель. Ой, какое кресло. Ну, это ну, должно быть уютненько. Кресло должно быть уютное. Согласны, согласны. Тут как бы что спорить вообще. Спорить нельзя. Вот, вот так вот, хоп. И еще один нужен. Да, тихо. Еще. Вот, можно темное искусство изучать, сидеть. Охеревать. Так, что там еще? Зеркало. Высокое прямоугольное. Это же должен где-то смотреться на себя, да? Говно какое-то. О, другое дело. А какие там другие? Погоди, кью. А, тут уже есть такое. А чё тогда мне зачем? Ну там типа не подойти. Пускай будет. Так, окей. Картины. И ужас какой. Что значит это значок? Вот этот значок что означает? Такая. А мне нужна она вообще? О! Ай, какая поверхность неровная. Ты что делаешь? А, я ее это уменьшу. О, вот так маленькую пускай будет. Ты будешь у меня маленькой, чтобы много можно было повесить. Давай наверх, чтобы ты далеко смотрела. Так, что там еще есть? Кью. Нормуль. Это у меня стена портретов различных. Там... А, нет, не умерла. Мне кто-то умерла. Сейчас, секунду. Что там тебе показать? Умещается еще одна? Отлично. Офигенная стена. Это что за херня? Ё-мо, ты что пугаешь-то? Профессор, мне удалось создать все, что было можно. Что дальше? Думаю, вы готовы приступить к изучению изменения. Чё? Изменяющее заклинание позволяет скорректировать любой предмет, созданный. Вы можете изменять цвета, узоры и стили своей мебели на свой вкус. Итак, начнем. Сейчас я продемонстрирую, как использовать изменяющее заклинание. Я 3-4 минуты херней занимаюсь. Вообще ничего не происходит. А, это тот значок означает изменение. Просто направьте палочку на любой созданный вами предмет и используйте изменяющее заклинание, чтобы скорректировать его. Не то нажал. Я так понимаю, его здесь не должно быть. Это для тайной комнаты.
Только для тайной комнаты. Что? Я могу это изменить? Серьезно? А что, меняется? А, вижу. Прикольно. Но подходит он, красное дерево, пускай будет. Так я же сделал цвет. Пол? Серьезно? Ни хрена себе. Ну давайте для примера, что поизменить-то, блядь, вот, вот этот подсвечник давай. Он тут вообще не вписывается. Это вписывается. Изменить цвет. И размер, да. Изумительно. Пожалуй, вы готовы к чему-то посложнее. Изменяющие затрения можно использовать даже для того, чтобы изменить планировку комнаты. Попробуйте создать новое оформление для пола или чего-то там. Так я же только что направлял, тут ничего нет. А, уже есть? Ну блин, ну это неуютно. Ну это прям холодом веет. Хочется лучше эту комнату немного изменить обстановку? Дик, будь добр, покажи. Конечно, профессор Уизли. Профессор Уизли показал Дейку этот скрин несколько лет назад. Дейк уверен, что он вам понравится. Приходите к Дейку, когда будете готовы, и он вам все расскажет. Секунду, мне не нравится этот пол вообще. Это тут тепло. Вот ты уперся, эй. Профессор Уизли сказал, что мне следует спросить тебя про изменение внешнего вида комнаты. Разумеется, какой интерьер вам будет приятен более всего? Таинственный полумрак. Чисто, ну не к природе, нет. Холодный лунный свет, но это... Давай таинственный полумрак. Мне бы хотелось, чтобы в комнате была жутковатая и таинственная атмосфера, как в запретном лесу. Я не так хотел. Отличная идея. А, в этом плане них. Ой, красота! Все, мне нравится. Мне нравится. Это хорошо. Совсем другое дело. Тебе нравится тоже, да? Конечно, если вас все устроит такой вариант, простите, Дейка, сделать как было. Ну вот, теперь вы кое-что знаете об изменяющем заклинании. Спасибо, профессор. В этой комнате можно столько всего устроить. Это верно. Сколько бы сюда не возвращалась, она не перестает меня удивлять. Это что такое? Это еще одна комната? Ни хрена себе, конечно, это же продумано. Нет, не продумано. Так что видел шок. Теперь уже здесь все еще больше места. Что вышло? В комнате появляется все, что вам нужно. Видимо, она поняла, что вам нужно больше места для отработки заклинаний. Чтобы устроить здесь все по своему вкусу, вам пригодятся магические рецепты. Ищите их повсюду, и они встречаются не только в Хогвартсе. Спасибо, профессор. Буду смотреть в оба. Хорошо, тогда я вас оставлю. Это место теперь ваше. Используйте его с умом. Это что-то было. Ни хрена себе эффект. Ничего не вижу.
Зеленый какой-то. А, это цвет же, наверное. Хотя зеленый очень красиво смотрится, в принципе. Да и красный хорошо. Красный теплотой такой отдает. Так, что там было? Е. Ну это пуф. Тоже не нравится. Вот это мне нравится. Окей, ладно, берем. Дерево такое хорошее, ладно. Нечаянно. Ну тут и дерево вот это ставим, но идеально подходит. Пекс. Ага. Блин, он так долго громко ходит, просто не могу. Ну прикольненько же. Прикольненько, что я мог сказать. Ну синие нужны, я же все-таки как Тевранье. Есть дерево какое-нибудь? Нету дерева. Полумрак, блин. Устроил полумрак, блин. Сейчас мы все сделаем. Красоту наведем. А это зеленое, что ли? В натуре. Тогда это надо менять, погоди-ка. Вот так вот. Будет везде синий. Изменить цвет. Раз, два. Готово. Как-то неудобно делать, ужасно. То есть я нажимаю 3, потом F, потом два раза E, потом опять убираю руку и жму мышку. Тогда вот это тоже надо поменять, наверное. На синий цвет. Оно будет лучше смотреться. И это я не видел даже. О, что происходит? А я так не хотел. А, ну в принципе. Ну это, блин, какой-то Рим. Вот это, наверное, нормально. Хотя нет, там колонна тупорылая. Ну вот это лучше всего, ладно. Все-таки это лучше. А под... О, вот это котлы какие-то. Я даже не видел их. Улей. Ну, театр построим, окей, ладно. Ни хрена себе, тут куски можно менять. Книги! Книги, в принципе, хорошо. Я люблю тут, как ткань так висит, не знаю, мне нравится. Котлы эти какие-то стрёмные, не знаю. Ну, пускай будет отличаться одно. Мне кажется, в принципе, неплохо. Потолок. Ну не знаю, херь какая-то.
Да ну, вот это лучше всего смотрится. Так, здесь норм. Ёптель-моптель. Ты я задолбаюсь это все улучшать. Давайте потом какую-нибудь серию выделим, когда все откроется, мы просто будем украшать. С ним сыграть, короче. А сейчас пошли. А то я так сейчас буду очень долго этим заниматься. Я же люблю это все настраивать, красивенько делать. Или давайте, знаете как? 16 серии это сделаем. 16 и 20, к примеру. Что происходит? Так, куда мне идти-то теперь? Задания какие? Задача профессора Шарпа. Да пульс. Блин, да как я это изучу вообще? То, что я, не, скорее всего, не сделаю. Меня же никуда не ведет это. А, ну, в принципе. Как там? R? Нет, не R. X, Q, Tab, Q. Нет, нет. D. Понятно. Бесполезная херня. Это делать не будем пока что. А, нет, крипты какой-то. Шлите на крипту. Криптовалюты всякие. И тут тоже есть. Интересно, что они тут отбирают у людей? В реальности отбирают видеокарты. Стоп, здесь дверь была. Да, здесь дверь была. Погоди, ну-ка покажи. Три, нужно пять. То есть двоечка, двоечка это у нас... Ла-ла-ла-ла-ла. Это какой-то хер вот этот вот с рогами. Вот этот, да. А здесь у нас что? 1, 5, нужно 7. 7 это у нас 9, 8, 7. Такая вот пришелец, короче. Вот это все, открывайся. Даже звук пропал. Игра такая, нифига ты умный. Теперь какая-то. Бесполезно. А тут что? Дерево. О, все. Вот дерево хорошо. Дерево замечательно. Дерево я вообще не ожидал. Так, ну мне вниз надо. Еще ниже. Опять музыка. Это было. Ты ноги разминаешь? Нет, приветствие дают, что ли так? Честь? Странно, не как-то это устроено все. Так, а что там было, кстати, у меня задание, видите, где? Где-то я около него. Ну давай-ка, ладно, сбегаю. Возможно, наткнусь на что-то. Сейчас надо будет задание активировать другое. Хотя он просит еще ниже опуститься, поэтому... А вот здесь скелет носорога. Значит, я, наверное, пути. А как посмотреть карту-то? Да блин, ну как, где это находится?
это не здесь. Где мне это найти? Фонтан с драконом. Дерево на заднем плане намекает, что он находится во внутреннем дворе. Ага. Ладно. Вернемся к заданию, которое вот это было. Сейчас мы убежим, пик пойми куда. Закройся, тихо. Да не то, вот это уберись. Нифига ты деловой. Да. Я здесь. Себастьян, давно не виделись. Действительно. Хорошо, что мое сообщение тебя достигло. Мне нужно кое о чем тебе рассказать. Прежде всего, я хочу поблагодарить тебя за твой поступок в библиотеке. Конечно. Эргам пытались меня наказать, но я умею выкручиваться из подобных ситуаций. А ты взял вину на себя, это дорогого стоит. Получилось найти искомое? Да, но кое-чего не хватает. И я не уверена, что нам стоит обсуждать это здесь. Всяк согласен. Давай продолжим наш разговор в крипте. О ней никто не знает, даже преподаватель. Очередная крипта. Меня окружают одни крипты повсюду, просто повсюду. Здесь тайный проход. Он отлично замаскирован. Фига у меня походка просто топовая. Себастьян, как ты нашел это место? Мой друг комикс Мрак, он назвал это место криптой. Здесь когда-то играли в плюй камни с моей сестрой Анной. Она обожала эту проклятую игру. Я был все отдал, лишь бы еще разок ей проиграть. Предупреждаю, я поклялся Аминиусу, что буду хранить это место в тайне, так что прошу, пусть это останется между нами. Он очень закрытый, но мне доверяет со дня нашего знакомства. Не хотелось бы потерять его доверие. Мы ходили сюда почти каждый день, и нас ни разу не поймали. Так, погоди, стой, погоди. Почему ты мне его показываешь? Внезапно. Зачем? Зачем ты показываешь? Да, блин, опять не открывается. Он опять не хочет открыться. Я не про человека. Человек-то открывается очень легко в этой игре. Вот так-то тык. Ага, тыкнул. Тыкнул. Возвращайся сюда, я не закрою в этот раз. Так, что будет, если я вот так вот сделаю? А ни хрена, он все равно не открывается. Я не знаю почему. Сегодня он плохо очень открывается, Джиркотс. Ой, извини, я не ожидал. Пожалуйста, откройся. Он вообще не алё. Даже эти не показывает. Ладно. Я сломал ее. Нет. Давай мы это... Alt 2 нажмем. О, нормуль. Теперь могу закрыть ее. Ну, как сказать, нет. Я сломал ее, да. А, нет, не сломал. Какой молодец. Что происходит? Только что отвисло же. Т.
Ты мне врешь, GeForce. Ладно, давайте подождем просто. Просто подождем, так посидим, потупим. Я ж как-то это изменил. Ну ты же заходишь сюда, вот, к примеру. А я тут еще нажму Alt+F2. Я не знаю, как работает. Он же только что отвис. Здесь нажимать, я просто не боюсь сейчас. Что? Меню открывается. Так, я перемещаться не могу сейчас, да? Не могу, да. О! Что-то поменялось. Но не все. Еще не все отвисло. Давайте я пока приостановлю запись 57 минут, потом посмотрим, что там дальше будет. Короче, я хрен его знает, он сегодня вообще не хочет запускать мне скриншоты. Он отвис, но... Точнее, как отвис, я заново перезапустил. И я попытался Alt+F2 несколько раз потыкал, и он не спустился вообще. Я не знаю, в чем дело. По-моему, мы с Самкосом виделись на уроках зельеварения или травологии. Я заметил, что палочка помогает ему ориентироваться в замке. Да, только я не представляю, каким образом. У Омениса врожденная слепота. Его палочка, кажется, обладает собственным разумом. Впрочем, меня это не удивляет. Оливандр всегда повторяет, что палочка выбирает волшебника. Это она помогла ему найти это место? Нет, ему кто-то из родных рассказал. У Мраксов полно всяких тайн. Я никогда не слышал о ней ни от кого другого, и никто больше здесь не видел. И ты никому не говори, чтобы здесь была здесь, особенно Омениус. Он не питает теплых чувств членам семьи, своей семьи и их секретам, но это место ему по-настоящему нравится. Хорошо, но почему... Погодите секунду. Он не останавливается. Его родственники со стороны отца, прямые потомки Саладора Слизерина, одного из четырех основателей Хогвартса. Они одержимы чистотой крови, но во всяком случае большинство из них. Омениус не выносит кого-то там. В общем, крипта идеально подходит для того, чтобы прятаться от посторонних глаз и даже практиковаться в запрещенных заклинаниях. Правда, каких, например? Можно попробовать взрывающее заклинание. Преподаватель считает, что оно не для учеников. Что за чушь? Хорошее магическое образование должно включать все виды магии. Я полностью согласен. Такие заклинания, как конфинга, опасны для неумелых волшебников. Не нужно ничего запрещать, надо просто учить как следует. Честно говоря, я предпочитаю магию, связанную с огнем. Но тебе стоит освоить его. Я научу тебя, здесь это будет безопасно. Не торопись, здесь нужна привычка. Повторяй за мной движение палочкой. Там отклинание. Конфринго. Что ж, ладно. Ух, Зет. Здорово. Куда ты, блин? Вот какого хера он повернулся сейчас? Конфринго. У тебя получается. Попробуй шоу в деле. Stick to the targets, though. Так, это я даже на кого поставлюсь, честно, вообще прям знаю. Хотя, блин, тут и непонятно. Best to keep the Undercroft intact. Только цель поточнее. Have a go at those candelabras.
Забачите, конфиндл вызывает взрыв. Но конфиндл дотягивает дальше, чем, например, инсендио. Окей. Okay. Молодец! Как идет! It's a tad hot. Мало жидковато. Привыкнешь. Вот так! I think I've got it. Well done. Кажется, получилось. Отлично. Not sure what I did to deserve that. Чего? Причем здесь вообще это? Что ты там заслужил? Что я тебе сделал-то такого? Насобирал хероты, короче. Надо признать, мне понравилось. Мы с вами тут все брови полили, когда только начали изучать его. Хотелось бы мне посмотреть. Я думаю, нам никогда про это забыть не дадут. Но в этом заклинании до сих пор есть что-то непритягательное. Мне бы выучить побольше таких заклинаний. Тебе предстоит узнать еще много интересного. Годами я осваивал здесь подобные заклинания. Даже Анна Иоминис знает об этом далеко не все. Давненько я не приходил сюда. Без Анны здесь совсем по-другому. Очень жаль, что твою сестру. Хотелось бы мне чем-то помочь. А может, пойдешь со мной, когда в следующий раз отправлюсь в Фелдкварт? Познакомишься с Анной, может, удастся ее малость что-то там. Ну, с радостью, окей, ладно. Давай встретимся, только скажи, когда. Она так скучает по Хогвартсу, она вынуждена оставаться дома с нашим опекуном дядей Соломоном. Увы, с ним тоже тебе придется познакомиться. Знакомство с новой ученицей как раз то, что ей нужно. Буду ждать с нетерпением. Отлично. Кстати, чем тебе не хотелось поговорить со мной в зале? Даже не знаю, с чего начать. Твоим словом, в находке из библиотеки чего-то не хватает. Полагаю, как-то связано с той историей с порталом. Гринготсом и Ранроком. Вижу, тебя не проведешь. И да, действительно связано. Думаю, ты понимаешь, что это еще не все. Я тебя внимательно слушаю. Ну, я ему скажу честно, типа, я не могу полностью пока рассказать все. Книги, которые обнаружила в запретной секции, не хватает несколько страниц. Вот, собственно, все. Жаль. Не думаю, что ты ограничишься такими расплывчатым ответом. Я разочарован. Что ж, тогда не помешает уделить немного времени взрывчатому заклинанию. Раз с тобой находится Роквуд и Виктор. Можешь оставаться здесь. И помни, никому не рассказывай об этом месте. Чё? Как буду в Фелдкварте, пришлю тебе с тобой. Ладно. Ничего, что мы выходим отсюда, может нас кто-то увидит там, например, а? Нет? Или там глазок есть? Так, это я же разрушал. Вот так-то лучше. 6 минут. А у нас 33 надо, 33. Как в лифте шла. Hello, Sebastian. Привет, Себастьян. Подожди. Wait. You there? Эй, ты, я тебя слышу. О, привет, Томминис. Да, кажется, мы вместе ходим на зельеварение. И травологии вроде. Знакомый голос. Я слышал, как ты говорил с Гарретом Уизли на уроке зельеварения. Ты та новенькая пятикурсница. Ты что, только что вышла из скрипты? Как сюда пробралась? А она мне случайно попалась. Эта комната называется крипта? А, ну тебя в этот странный проход случайно занесло. Не ври мне. Никто не может занести сюда случайно. Это Себастьян тебе рассказал? Sebastian told you, didn't he? Не-не-не, скажи кому-то хоть слово об этом месте, даже твой драгоценный профессор Фиш тебя не спасет. Мой отец дружит с директором, я не постесняюсь использовать свои связи, если понадобится. Так ты мне перестаешь нравиться. Так, мне он не нравится, не нужно угрожать. Не нужно мне угрожать, я не скажу ни слова про твою крипту. И Себастьян хороший друг. Не надо сразу думать о нем худшее. Меня не интересует твое мнение о моем давнем Руди. Спасибо большое.
Ламинис, все прошу тебя. Я знаю, что ты хочешь сказать. Себастьян уже и так вляпался. Обойдется без твоей помощи. Себастьян еще об этом наслушается. Короче, не могу зайти сейчас при нем. Жалко. Он испарился. И вообще-то ночь уже. Так, ладно, у нас новый уровень. А мы пока не прокачиваем ничего, да? Нам нужен 16-й, что ли, вроде? Да, 16-й нужен. Поэтому ждем. Ждем. Так, я тут что-то нашел. Какую-то хероту. Если уж быть совсем честными. Очки просто дурацкие какие-то здесь. Не знаю. Мне не нравится. Так, шарф еще какой-то был. Так, куда мне идти-то теперь? Придите ко мне как можно скорее. Я вернулся из-за совершенно бесполезной поездки в министерство. Надеюсь, вы провели время с большей пользой. Леди. Я намерена обучить вас заклинанию Вингардиум Левиоса. Она позволяет на время поднимать предметы в воздух. Выполнив подготовительные задания, подойдите ко мне после занятия. Я не так кликнул. Так, погоди, где что задание? Так, ну я же знаю Вингардиум Левиоса, разве нет? Раздобите ядовитую тентаклю, испытайте ее в деле. Раздобудьте Мандрагору, испытайте ее против нескольких врагов одновременно. Блин, ну почему такие задания? Идите раздобуду это. В принципе, я могу купить их, наверное, только ночь. Ну давайте пока сходим на основное задание, там посмотрим. Ла-л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 а. Требуем уровень 10. Туру-туру-ру-туру-ру. Что здесь происходит? Что за совещание Слизерина? I suppose one could smuggle a pet into the dormitory if one was willing to use it as a loot. Potato. Revelio. Нифига. Ладно. Надо, видимо, ко всему подходить так. Вот провалился я сейчас. Это что-то должно рассказать, нет? Нет? Ну и ладно. Боже, как же тут красиво. Так, дашь мне? Ничего не дашь. Почему повсюду Слизерин ходит? А мне подозреваю, что тут в игре задействована кнопка F2. И поэтому очень хреново срабатывает... Вот это все дело. Я надеялся на встречу с вами. Вы вернулись. Наконец-то. Министр Спевин больше говорит, чем слушает. Говорит, благодарствует о непокорных драконах. А о гоблинах не желает слышать ни слова. Кстати, о гоблинах.
Послушайте, профессор, пока вас не было, произошло столько всего. Ваш друг мистер Оливандер прислал мне сову и попросил найти украденную у него фамильную палочку. Правда? И пришлось отправиться в советник, как он сказал. А там были статуи. Какие еще статуэтки? И как они оказались? Да, в общем, мне удалось найти тайное убежище, где и был призрак Ричарда Гал... Кто такой этот Ричард Галкрэп? Он тогда-то учился в Хогвартсе. Так вот, он рассказал мне о тайной пещере. Мне удалось добраться туда, и возле останков Галкрэда обнаружены утерянные страницы. Неужели все так просто? Да, а поскольку Галкрэд успел воспользоваться изображенной на них картой, то вместе с этим удалось обнаружить и место еще одно. Хотите верить, хотите нет, но это комната под Хогвартсом. Вот как, и почему мне это не удивляет? Покажите мне. Мне хотелось верить, что вы это скажете. И нам придется взяться что-то там. Короче, мне что-то перестает нравиться. Такое ощущение, что он что-то скрывает. Подозрительный этот человек из Министерства магии, не знаю. Ну, мне кажется, что он враг. Кстати, помещение называется залом картографии, и там нас ждет портрет Персиваля. Хэмэр, с нетерпением жду встречи. Как же этому Галкрэду удалось заполучить страницы из книги? Очевидно, их стащил Пивз, а Галкрэд потом украл их у Пивза. А, Пивз. Поверить не могу, все это время она была прямо у нас под ногами. Хороший кадр, кстати. Штаны у него, конечно, те еще. Он ушел. Любопытно. Блин, что у нее с лицом бывает? Это звезды? Это карта. Вот Хогсмид, а тут запретный лес. И, конечно же, Хогвартс восхитительно. Ну, красивенько. Жаль, что ты этого не видишь. А, он про кого-то другого. Я думал, мне говорит этот. Опа, вернулся. Опа, она вернулся, блин. Здравствуйте, профессор Эппо. Мы поставили книгу на пьедестал, как вы просили. А это мой наставник, профессор Фиг. Рад знакомству, профессор Фиг. Теперь вы понимаете, почему вам нужно было вернуться с книгой? Понимаю. Мне еще не ясно, почему вы назвали это подключение залом картографии. Так что вы так далеко дошли, говорит о наличии у вас необычайно магического дара. Потенциал и сил, которые раскроются, если вы докажете, что достойны того. Место проведения каждого из четырех испытаний со временем появится на карте. Испытания призваны проверить вас и открыть вам бесценные знания. Но пройдите испытания вы должны самостоятельно. Помните воспоминания в омуте памяти, которое вы видели в моем сейфе Гринготтсе? Частичные. Я знаю только, что видел воспоминания, но без подробностей. Мы с моим другом Чарльзом говорили о портале, а также об испытаниях, созданных нами для тех, кто способен видеть следы древней магии. Чарльз тоже один из хранителей. Мы назвали себя еще несколько столетий назад. Ведь мы обязаны хранить определенные знания, хранить тайны до сего времени.
Так что же, не приходи из руин Григоц, ни сокровища запретной секции, ни поиск этой карты, не было часть испытания? They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir. Совсем уважение, сэр. Хоть я не знаю, что за секрет вы храните, я знаю, что этому юному созданию удалось увидеть следы. Traces of a powerful dark magic. Следы могущественной темной магии, которой владеет гоблин. And we encountered и нам повстречались необычные могущественные гоблины, применяющие такую магию, которую мы выходили из вашего сейфа в Гринготтсе. Возможно, мы уже опоздали. This is grave news indeed. Скажите, вы доверяете профессору Фигу? Do you trust Professor Fig? I do. Как само себе. In the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Взглянем на карту. Взглянем, блин. Это ты сказано. I know that tower. Я знаю эту башню. Это недалеко. Может, вы и сами ее видели? Я хер узнаю. Советнее. Да, конечно, возможно, это юная подруга. Путешественница чувствовала чаще, чем вы думаете. Как ваш наставник, я должен хотя бы пойти вперед и убедиться, что там безопасно. Присоединяйтесь, как только сможете. Что, не знаете о башне? Вы говорили, что знаете эту башню. Что вы можете о ней рассказать? Боюсь, почти ничего. Я десятки раз проходил мимо. Она стоит к северу от Хоксмида. Настолько помню, она выглядит заброшенной, но, очевидно, эта башня не так проста, как кажется на первый взгляд. Встретимся там. Я найду вас в башне, как только смогу. А пока будьте осторожны и не говорите никому, куда вы идете. Блин, что-то он постоянно этими секретами задолбал уже. Никому ничего не говорите, ай-яй-яй. Ну почему не работает Alt-F2? Ну почему, блядь? Ну почему? Блин, как далеко идти-то, а? It's time you learned, Glacius, что такое? Когда вам пора освоить Гладиус, замораживающее заклинание, это хороший способ умерить чей-то пыл. Пытаться накалиться, но далее для начала нужно что-то выполнить, что-то ля-ля-ля. Как они быстро говорят, это просто ужас. А то сейчас будет пиликать вечно, если я не уберу тебя. Он идет бубнит, что ли? Бубнит и бубнит в натуре. Вон. Дай пройти. Так, что там за задание, кстати, выпало-то? Лопните воздушные шары на станции Хоксмит. Ну ладно. В принципе, это могу сделать. Давно не было сражений. Очень давно. Это было. Блин. Ну что ж я спать хочу, сука. Я уже задолбался.
Я играю поздно, бывает. Из этого спать хочется. Хогвартс, конечно, безумно красивый. Это по-любому здесь вот это, да? Я это считать не буду. Не хочу. Я не очень люблю лор. Так, чтобы все начитывать, что это такое, почему это такое. Что-то интересное, да, могу прочитать, если мне заинтересовал какой-то предмет. Да как тобой управлять, я забыл опять. Там нужно лопнуть шары над полем над Квиддичем, это вон там, да? Как они лопаются? Что там впереди, да? Просто врезаться? Мощно. Так, это четвертый. А пятый вообще не вижу. Вон он, вон он, вон он, вон он. Лопайте шары. Они разблокированы. Что там еще? Задание. Над станцией Хогсмид. А, ну это туда летим, короче, там. Где-то будет. Вон Хогсмид, кстати, давайте сначала в него. Над станцией, это значит там где-то. Поезд прибывает. Да, точно, был какой-то мост, похожий на поездовый мост. Сегодня вообще не запускается скриншотер. Ну и что ж теперь тогда уж. Однако все равно быстрее на метле летать. Да ну нафиг, как я должен эти шары полопать-то? Да, почему не могу-то? Я просто облетаю это место. Ёп ты! Это вот это вот? Вот эти шары. Нет, это не они. Блин, я был с той стороны облетать все-таки. А, вон вижу, да. Вот ЖДшка. Ты захотел Гарри Поттер посмотреть или почитать или что-то с ним сделать, короче.
Здесь я сейчас так лопну, потом развернусь. Мне кажется, лучше тактика это, чтобы было сейчас. Ай-яй. Brilliant. Отлично. Я думаю, не лучшая идея сейчас опереться на основное задание. Потому что время осталось буквально 4 минутки. Ну, 5, окей. Я не думаю, что стоит идти на основное задание. Поэтому пошлите к Кагаве. Это будет вернее. Ой. Полет, конечно, долгий, да. И опять я ночью. Меня задолбало это ночью же тут. Почему постоянно ночью нахожусь? Берегитесь, я, блин, как бы не уходил никуда. Эй! Как там, Б? А, у него кабинет есть даже здесь. Как ваши дела? Справились с заданием? Не поверите. Да. Я вот деньги стырил. Мадам Кагава, все ваши задания выполнены. А чудесно. Полагаю, теперь вы лучше владеете метлой. Ну да. Yes, professor. Да, профессор. That's good to hear. Приятно слышать. Keep продолжайте в том же духе, и, возможно, когда-нибудь вам удастся попасть в команду по квиддичу. Если, конечно, Блэк снимет запрет на квиддич. Что ж, задание выполнено. Давайте приступим. Итак, Гладциус. Обратите внимание на движение палочкой. Обратим. Не то, блин. Еле прошел. Там город какие-то нарисованы. Well done. Браво! Потренируйте новое заклинание здесь, в моем кабинете, прежде чем использовать его на практике. Ну допустим, ладно. Гладциус — это желтое что-то. На чем? There you go. Вот так. Схватывайте на лету. Контролируйте заклинание, которое замораживает врагов. Ага. Уважаемый мадам Кагава, я рада, что вы займете должность инструктора полетной подготовки в Хогвартсе. Думаю, наша совместная работа в Хогвартсе будет не столь запоминающейся, как то приключение в гавани Якогамы. Хотя так, как знать, с нетерпением жду нашей встречи. Если у вас появятся вопросы, отправьте мне сову. С наилучшими пожеланиями, Матильда Уизли. Окей. В принципе, заклинания для выручай комнаты, они не нужны здесь. Я им буду пользоваться только выручай комнаты, поэтому их можно, в принципе, убрать. Что бы еще можно поделать пока что? Я бы где-нибудь подрался, но опять же, где я подерусь? Тайник в замке, блин, где я эти найду? Он там с драконом. Чеснок. Давайте мы телепортнемся. Оксмит получается. Получается, надо купить что нам? Щупальцу. У меня деньги-то, в принципе, есть. И до хрена. Поэтому, в принципе, могу купить.
На этом мы и закончим, наверное, купим сейчас ингредиенты всякие. Так, окей, получается, нам что купить-то надо? Не то нажал. Так, задание. Ядовит тентаклю. Я думаю, это продается у кого? У кого продается тентакля? Ну, я предполагаю, что вот у этого разгоняем, посмотрим. Мне кажется, у него. Revelio, worrying far too much. Nobody's looking at you. Why did you buy me a second pair? I hate these. Папка невидимка. Novelty socks at that price can't be passed up. Be thankful you have socks. I'd rather have no socks than be dancing like this. В принципе, можно и срезать, но я не буду. Люди не срезают. Люди просто спокойно проходят по тропинкам. Хотя есть, кто пытается срезать. Ядовитая тентакля. Hello, be with you in a bit. Мне нужна ядовитая тентакля. Я понял тебя. Понял, прям всей душой. Тогда у кого мне стоит платить ядовитую тентаклю? Возможно, это, знаете, у кого? У зелеваренщика вот этого. Ну, сюда, может быть, пошить тут. Я бы вообще прошел вот по этой тропинке. Тут просто по прямой, коротко очень. Мне кажется, лучший вариант. Надо заканчивать. Давай туда сейчас дойдем. Я сохранюсь. Ну, точнее, посмотрим, есть ли вы... предмет-то этот. А где карта? А, все, вижу. Чуть не упал. Опа, 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 опа. Так, стой, погоди, где тот? Окей. Почти 16 уровень. Кстати. Да ладно. Ладно, тогда это мы заканчиваем, в общем. Я сохраняюсь. Вот так у нас идет игра здесь не очень хорошо. Ну что ж теперь. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там скриншоты, обзоры, саундтреки. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока.